Я тут к колдуну ходил. На что, спрашивает, жалуетесь? Я говорю, как выпью, не могу остановиться. Он говорит, это у вас бес вселился. Сейчас будем его изгонять. И наливает мне рюмку водки. Я говорю, о себе, что я алкоголик какой. Как он говорит, ладно, налил себе, достал два огурца, говорит, а теперь откройте рот и тянитесь к рюмке, бес должен выйти. Ну, я рот открыл, тянусь, а бес не выходит. Как он говорит, что вы чувствуете? Я говорю, а вы не догадываетесь? Колдун говорит, придется вашего беса для соблазна подкормить. Хряпнули мы с колдуном по рюмашке, я рот открыл, кричу, идет, давай еще по одной. Хряпнули мы еще по одной, а бес как уперся. Колдун говорит, бес у вас очень развращенный. Ему две рюмки только на один зуб. И достает бутылку. Будем, говорит, брать его на стакан и подсечкой. Я говорю, как это? А вот так, говорит колдун, берете стакан, поднимаете и проносите мимо рта. Может, он гад выскочит. Я говорю, должен выскочить, я бы выскочил. Ну, налил колдун водки, подняли мы по стакану и выпили. Колдун говорит, ты что делаешь? Ты же мне все лекарство изведешь. Не хочешь, говорит, лечиться, иди отсюда. Я огурец, жую, говорю, я хочу только, кто ж мимо-то принесет без привычки. Ты мне хоть в рот пластырем залепил. Пластырем, говорит, колдун, а бес вылезать откуда будет? Я тебе, говорит, лучше глаза завяжу, чтоб ты не видел. Завязал он мне глаза, налил водки, подняли мы по стакану и выпили. Колдун совсем озверел. Ты что, кричишь, сюда надо мной издеваться пришел? Я ж тебе глаза-то завязал. Я говорю, а нос? Я ж по запаху ориентируюсь. Как от природы завещено обоняние, осязание. Обоняние, орет колдун. Мы с тобой вторую бутылку уговорили. А только полчаса прошло. Вот смотри, говорит он, я наливаю еще по полстакана, затыкаю тебе нос. Я говорю, без тоста не могу. Что я, скотина какая, без тоста? Колдун говорит, мы ж не для тебя, а для беса. Я говорю, мне тоже не чужой, у меня внутри живет. Говори тост. Ну, колдун встал и говорит, я хочу выпить за людей, которые смело и энергично встали на путь новой жизни. Поднял стакан и хряп. Я тоже хряп. Он говорит, ты что делаешь? Ты зачем водку выпил? Тебе же нос и глаза заткнули. Я говорю, тост хороший. Что я, скотина какая, такой тост и не пить. Наливай, говорю, еще по одной, затыкай мне уши, я оверды скажу. Заткнул мне уши остатками огурца. Поднял я стакан и говорю, люди, любите друг друга. Коля кричит колдун, как хорошо ты сказал, давай выпьем на бруношафт. Я говорю, мне нельзя, у меня бес внутри. Колдун кричит, черт с ним, Коля, пусть он этой водкой подавится. Выпили мы с колдуном на брудершафт, и потом уже где бруды, а где шафт, разобрать было невозможно. Хотя, если честно, еще бы по чуть-чуть и бес вышел. Во всяком случае, у меня было такое ощущение, что ему мало.